Теперь я больше на ежа похож. К западу от наших позиций стоит огромный немецкий завод. Он нужен нам для создания собственной армии, и если в наших планах создание империи, мы должны захватить его любой ценой. Подписчики соскучились по этим парням, так что самое время вернуть их в строй. Сколько времени я был в отключке? От последней миссии прошло больше года, так что вам не помешает тряхнуть стариной. За последние месяцы ни один из отправленных нами конвоев не вернулся. Нужно найти причину. Причина будет найдена и ликвидирована. Кто-то один из вас пойдет в разведку боем и возьмет удар на себя. Есть доброволец? Первым буду я. Моя броня куда лучше. Все медали будут мои. Буду прикрывать тебя изо всех сил. Бейте в тревогу, к нам движется неопознанный гигант в советском окрасе. Что у вас за суета? Это не союзник, он мчит на полной скорости. Химас, это цель для тебя. Так точно, я одним махом разберу его на запчасти. Плохи дела, мы в лесу не одни, нам зашли в тыл, разыщи группу врагов и уничтожь. Наша задача прочесать этот лес и зачистить от врагов, так что гляди в оба, они явно здесь прячутся. Обнаружен незнакомый гигант, окрас наш, но личность не установлена. Даю добро на открытие огня.